Имя президента продолжают поступать поздравления от глав иностранных государств и руководителей международных организаций. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал братскому казахстанскому народу благополучия и процветания. Наши отношения, основанные на общности языка, истории и культуры, поступательно расширяются в духе стратегического партнерства, развиваясь и обогащаясь новыми сферами сотрудничества. Уверен, что связи между Турцией и Казахстаном будут укрепляться и впредь, говорится в телеграмме турецкого лидера. Отмечу, Турция первой признала независимость Казахстана. Свои поздравления сегодня также направили президенты Словакии, Сербии, Литвы, а также генеральные секретари Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, СВМДА и ОДКБ.